этот день налоговая полиция арестовала 2 миллиарда рублей. В то же время, в тот же день, 4 августа, и в тот же час, другой наряд налоговой полиции отправляется к квартире братьев Мавроди, которые не открывают ей дверь. В квартире Сергея Мавроди полиция находит оружие, немного денег и огромную коллекцию бабочек.